Девчонки, всем привет! Хочу показать вам, как можно, в принципе, относительно быстро и вкусно приготовить курицу с картошкой. Я еще и морковку добавляю. И начинять мы будем ее яблоками. Вчера вечером я замочила курицу. Вода, 2 столовые ложки соли, 2 столовые ложки сахара. Она будет тогда очень сочная и мягкая. Ставите в холодильник, и сейчас мы просто ее сполоснем, начиним яблоки. Яблоки я не буду очищать, я просто их на 4 части, там, на 6 частей порежу и запихну в курицу. Картошку режете кусочками, как вам нравится, как вы любите, и морковку. Кто-то соломкой, кто-то кругляшочками, тоже как хотите. И, в принципе, относительно все. Сейчас покажу, как я это делаю. Желательно, чтобы курица была не мокрая, поэтому берем салфетки и ее слегка вытираем. Берем любую приправу для курицы. Вот я нашла вот такую вот, так как я в Польшу у дочери, то как бы у нее была такая. Можно любую, можете сами сделать, можете готовую. У меня тут готовая. Вовнутрь не забывайте. Яблоки еще дадут, помимо мягкости, такую легкую сладость. О, с чесночком пахнет. Даже чесночок добавлять не буду. Можно серединку убрать. В принципе, можно не убирать. Вряд ли кто-то ест яблоки с курицы, но на всякий случай. Так, и завязываем шкурку. У меня выпало яблочко. Все. Максимально загрузили курицу. Все. Сверху ее надо будет еще намазать сливочным маслом. Там попозже сделаем. Вот. И сейчас обкладываем ее нашим гарниром. То есть картошка. Я порезала овощи, морковка. И картошка, как я уже сказала, можете добавить, в принципе, любые, но не забывайте, что курица будет готовиться довольно долго, то есть больше, чем 40 минут. Картошка и морковка как раз вот им надо та же температура и то же количество времени, плюс-минус. Например, если грибы или брокколи или что-то такое, им надо совсем чуть-чуть, поэтому учитывайте этот факт. Сейчас я буду засыпать приправы. Если вы не любите приправы, то тогда используйте просто соль, перец и чесночок, например. Там лавровый лист. Я буду использовать вот эту приправу, которую нашла у дочери. Также очень рекомендую вам использовать картошки. Это копченая паприка. Очень вкусно, она дает определенный такой вкус. И чуть-чуть как бы положу в курицы лавровый листочек. Все. Сыплю я на глаз, поэтому вы там уж сами. На свой вкус. И добавляем масло подсолнечное. Также берем сливочное масло и кладем на курочку, вовнутрь курочки, туда к яблочкам. Вот.
еще лавровый листочек. Также можете чесночок добавить, но так как у меня уже в приправе в курице было, то я не стала добавлять. И закладываем в духовку, у меня 200 градусов. Будем наблюдать как бы по приготовлению, но я думаю, что это где-то минут 40, может быть час, зависит от духовки. Наша курка готова, яблоки повылазили, я украинская размовляю. Вот наша курица готова, яблочки повылазили, картошечка поджарилась, курочка тоже, в принципе, сверху. Можно было еще чуть-чуть, но я считаю, что достаточно. Я не люблю, когда мясо сухое, оно сейчас будет самое оно. Всем приятного аппетита, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал и пишите свои рецепты, буду готовить по вашим рецептам, и для других девочек тоже будет полезно. Все, всем пока-пока.